Представляем машинку для стрижки овец Вакоста. Работает напрямую от розетки, не надо никаких преобразователей. Вот сейчас покажем, как она работает. Здесь также есть регулировка для прижима ножей. Одну машинку я специально разобрал, потому что некоторые клиенты, многие, сомневаются. Видимо, им попалась какая-то китайская машинка, и что они сомневаются, какие шестеренки. Вот я специально машинку разобрал. Обратите внимание, шестеренки все железные. Никаких пластмассовых деталей здесь нету. Вот здесь втулка идет медная, шестеренка железная. И обратите внимание, стоит нормальный, как положено, подшипник. Заводской, запрессованный, все, закрытый. Потому что многие звонят и спрашивают, какие там, видимо, им где-то попалось в другом месте пластмассовые шестеренки. Эти машинки вот проверенные. Вот такая идет комплектация. Комплектация идет щетки запасные. Ну, щетки запасные не во всех моделях идет. Сейчас в наличии есть. Доставляем почтой России. Доставка бесплатная, оплата при получении. То есть заранее вы ничего не пересылаете денег. Оплачиваете при получении на Почте России наложенным платежом. Но цены я пока не буду называть на машинке, потому что цена может измениться как в большую сторону, так и меньшую. Смотрите по объявлению на Авито.